Начинать утро с любимого напитка – одно из правил Демида Пупко. Чтобы ничего не отвлекало от приятного времяпрепровождения, студент экономического университета вместе с командой единомышленников изобрел умную кружку. Она оснащена экраном, батареей и процессором. И теперь, по плану создателей нового гаджета, станет посредником между ее владельцем и его мобильным телефоном. Она может присылать вам уведомления о вашем телефоне. Вам теперь не нужно держать телефон в одной руке и кружку в другой. Теперь вы можете спокойно наслаждаться напитком и посмотреть: «О, так у меня нет пропущенных вызовов, я не буду отвлекаться на свой сотовый телефон, я буду наслаждаться любимым напитком». Конкурс «Бизнес-идей», организованный при поддержке Самарской городской думы, проходит уже в четвертый раз. В этом году на финальном этапе свои работы презентовали 16 участников. Проекты распределились по четырем номинациям: сфера гостеприимства, IT и интернет, инновации, технологии производства. В гордуме говорят, конкурс «Бизнес-идей» поможет активным молодым людям реализовать себя. Безусловно, очень важно оказывать поддержку тем, кто в состоянии генерировать идеи, создает интересные, уникальные проекты, потому что именно благодаря таким людям, как вы, у нас движется прогресс, жизнь становится комфортной, интересной. Пока умная кружка Демида Пупко существует только на чертежах. Для создания прототипа молодому изобретателю необходимо порядка 200 тысяч рублей. Это чудо техники может стать отличным сувениром к предстоящему чемпионату мира по футболу. Кроме того, предусмотрена целая линейка кружек в русском народном стиле. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».